В этом году программа «Дня города» будет очень насыщенной. Ожидается много культурных мероприятий, и у жителей есть большой выбор мест, где отдохнуть душой. На одной из летних площадок калининчане смогут послушать музыку, которой уже более 100 лет – джаз. Более подробно об этом расскажет джазмен Владимир Яковлев. Мероприятие наше называется «Летний джем» в Сестрорецком парке. Вот, это одно из наших базовых мероприятий нашего проекта «Джаз в Клину». Я просто так напомню, что наши базовые мероприятия проводятся с периодичностью сезонов года. Начали мы осенью прошлого года, 27 октября состоялся первый осенний джем. Он проходил в Клинском джаз-клубе в Майданово. Второй зимний джем 16 февраля, третий 25 мая. И вот нынешний джем 30 августа, летний джем. То есть таким образом мы завершаем годичный цикл. Какие участники? Поподробнее сейчас расскажу. Из Солнечногорска. То есть как бы у нас два десанта получается таких вот. Это Солнечногорский десант, это Сергиево-Посадский десант. И музыканты из Москвы к нам тоже присоединились еще на предыдущем весеннем джеме. Из Солнечногорска традиционно приезжают к нам ансамбль «Эст Джанс». Это поселок Андреевка Солнечногорского района. Затем группа музыкантов из самого Солнечногорска. Это Михаил Спиридонов, Игорь Филатов, Антонина Спиридонова, певица. Очень хочет к нам приехать Солнечногорский муниципальный оркестр. Вот. Они у нас выступали с большим успехом на зимнем джеме. Затем Сергиев Посад. Традиционно к нам приезжало несколько музыкантов, таких солирующих. Вот среди них уже такой известный в Клину музыкант Игорь Островский. Это пианист Сергиево-Посадского оркестра, оркестра Сергиево-Посадского муниципального района. Вот. В этот раз к нему присоединились музыканты из молодежной студии современной музыки. Она называется «Indigo Land». Это очень интересная студия. Мы открыли их буквально недавно для себя. Так-то студия существует уже много лет. Это будут несколько молодежных коллективов, три молодежных коллектива, которые играют джаз. Вот. Я думаю, что это будет очень интересно. То есть можно будет посмотреть, вот какую конкуренцию молодые ребята, которым, многим из которых нет и 20 лет, какую конкуренцию они могут составить уже зрелым артистам, зрелым музыкантам. То есть мы предполагаем, что сама концертная часть нашего джема будет достаточно емкой и по времени, и по содержанию. А мы напоминаем, что те, кто хочет провести незабываемый вечер и окунуться в чарующий мир джазовой музыки, приходите 30 августа в 6 часов в Сестрорецкий парк. А пообщались с джазменом и захотели посетить летний джем Артем Синяков и Михаил Рачков. Программа «Мой Клин».